Всем привет, с вами мисс Аля, и сегодня мы будем рисовать текну. А вы пробуйте повторять за мной, и у вас все получится. Итак, начнем рисовать текну, а потом мы ее будем разукрашивать. Итак, начнем с ушка и головы. Шейку. Теперь волосы. Теперь кофточку. Вот, а теперь ручки. Вот, а теперь ее пузико. Теперь юбочка. Еще я вот тут забыла застежечки. Ну вот, мы с вами нарисовали текну, а теперь ее нужно разукрасить. Давайте начнем разукрашивать. Приступаем к раскраске.
нас получилось. Я не художница, но старалась как могла. Надеюсь, вы оцените мой рисунок.